Всем привет! Кайт-школа «Кайт на ура!» Андрей Нарубин с вами сегодня. Сегодня прекрасная погода, и мы для вас записываем ролик, как правильно упаковать парафойл после хорошей каталки. Перед тем, как складывать парафойл, не забывайте, друзья, открывать клапан у парафойла. Знаю, очень часто бывают такие случаи, когда пытаются сложить парафойл, не раскрыв клапан. Сегодня нам в ролике помогает Paravis Ion 2, так что клапан мы открыли, и воздух теперь будет быстрее спускаться, потому что на сегодняшний день посиликоненные ткани, которые изготавливаются парафойлом Paravis, очень хорошо держат воздух, и поверьте, тяжело спускать парафойл наполненный, не закрытый. Если вы собираете кайт в одиночку, вам будет удобнее два уха собрать вместе, стряхнуть и начинать потихонечку кайт уже сворачивать. Таким образом, все это делается быстро, надежно и безопасно. Но на самом деле на сильном ветру бывает не очень удобно, поэтому сейчас попозже я вам покажу второй способ. На сильном же ветру иногда очень сложно взять, подобрать второе ухо, потому что кайт начинает путаться, и самое главное, что путается расстроповка. Поэтому безопасным вариантом является сначала сложить одну половинку кайта, но смотреть, чтобы все внутренности, все стропы расстроповки были внутри кайта. В дальнейшем он будет легче сложить. Аккуратно сворачиваем. При сильном ветру, это сейчас у нас здесь небольшие порывчики ветра есть, кайт раскладывается вниз по ветру, по всей длине, чтобы он у вас не путался. Поэтому складывается одна половинка. Это, конечно, удобно делать, когда у вас есть какой-нибудь помощник, потому что на сильном ветру, сколько раз мы пробовали, удобнее, когда одну половинку все-таки держит у вас потом помощник. При сворачивании кайта подбираем всю подкуполку, чтобы она нам не путалась, и заворачиваем кайт. Вот даже ветра нет, видите, у нас она разворачивается. И вот таким образом аккуратно мы сворачиваем кайт. Очень удобно, как я и говорил, когда помощник вас здесь придерживает. Потому что иногда все-таки клапана у вас подзакрытые, и надутая ткань кайта передается с одного крыла на вторую половинку. Все, кайтик свернут. Можно сворачивать планку аккуратно. Вот здесь у нас, видите, на Paravis Ion используется планка от Блейда. Аккуратно мы ее положили и свернули. Все, кайт готов, будет к следующему полету. Всем спасибо за внимание, пользуйтесь крыльями Paravis. С вами был Андрей Нарубин, кайт-школа «Кайт на ура!».